Для установки ванны на каркас необходимо перевернуть ванну вверх дном, предварительно положив под нее упаковочный материал. Это поможет избежать царапин. Проверьте содержимое установочного комплекта. Установите два швеллера каркаса по краям закладного элемента, расположенного на дне ванны. При заказе ванны с лицевым экраном необходимо взять из установочного комплекта зажимы для экрана. И при помощи шуруповерта прикрутить их саморезами 3 на 35 мм кубиком ППУ с той стороны ванны, где будет устанавливаться экран. Возьмите из установочного комплекта для экрана две пластиковые заглушки и установите их на торцы швеллера со стороны экрана. Переверните лицевой экран и установите его перпендикулярно ванне. Подвиньте каркас в сторону экрана таким образом, чтобы заглушки касались экрана. Снимите экран. Возьмите из установочного комплекта саморезы 3 на 19 мм и при помощи шуруповерта прикрутите швеллер каркаса в закладной элемент ванны. Соберите ножки, накрутите на шпильку гайки и пластиковую ножку. Обращаем ваше внимание, что во избежание царапин на полу шпилька не должна выступать за пределы пластиковой ножки. Установите две ножки в предпоследнее отверстие на швеллере со стороны экрана и в крайнее отверстие с противоположной стороны. Переверните ванну. Отрегулируйте высоту ванны относительно высоты экрана. Установите экран на ванну. Зафиксируйте экран к ванне двумя саморезами, закрутив их через экран в пластиковые заглушки на каркасе. Установите на саморезы декоративные заглушки.